несмотря на погодные условия, жители района пользуются возможностью отдохнуть на природе. Многие, в частности, отправляются на водные объекты, чтобы заняться рыбалкой. И несмотря на то, что это отдых, не стоит забывать о безопасности, чтобы любимая рыбалка не обернулась несчастным случаем. Морозное утро, и на льду уже множество любителей зимнего лова. Вместе с ними на этом участке Оби сотрудники ГИМС, специалисты управления ГО и ЧС района. В рейд они отправились, чтобы в очередной раз напомнить рыбакам о правилах безопасности. У нас, как видите, там полынья еще существует, да, не замерзший лед. Близко к полынье не подходить. Естественно, всегда при себе иметь средства спасения нужно обязательно. Желательно спасательный жилет, веревку длиной не менее там 15 метров где-то, чтобы... Ну и скребки, если вдруг провалились, а чтобы могли на лед выбраться, да. На льду образовался небольшой палаточный лагерь. Все рыбаки на безопасном друг от друга расстоянии. Им раздают памятки с мерами предосторожности и правилами поведения на льду. Проводят разъяснительную беседу. Среди любителей зимнего лова Александр Бондаренко. Рыбак с большим стажем уверен, что зимняя рыбалка очень интересная, но в то же время бывает опасной. Для души хорошо. Посидишь, отдыхаешь, свежий воздух, морозец. Прекрасно. Нормально надо относиться к этому. Не выходите на тонкий лед. Река не любит ошибок, пьяных не любит. В этот зимний сезон в Нижневартовском районе несчастных происшествий на водоемах не зарегистрировано, чего не скажешь о Югре в целом. Произошло уже 3 несчастных случая, есть и с трагическим исходом. Специалисты напоминают, всегда предупреждайте родных о том, куда направляетесь на рыбалку. Не выходите на лед в темное время суток, а также в непогоду. Если вы стали свидетелем чрезвычайного происшествия у водоема, незамедлительно обращайтесь в единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам 41 13 34. 41 13 32 или 112. Эдуард Шарапов, Александр Новик, телевидение Нижневартовского района. Специально для Югра 24.